Воу! Всем привет, мои дорогие гитарные дрочеры! Добро пожаловать на мои диванные обучающие видео. Сегодня я хочу рассказать вам об одном очень вредном и популярном в среде молодых дрочерят мифе, который гласит, что если ты перед концертом не поменял старые струны на новые, то будешь звучать как говно. Как обычно происходит в жизни. Молодой дрочеренок идет в магазин, берет там на свои скопленные, сцеженные, кровные гитарку и жарит рок-н-ролл у себя дома на диване годик или два. Потом нарисовывается какой-нибудь дядя Петя из соседнего парника и говорит: «Ха, ебать ты лох, ты что, не поставил новые струны, как гитару купил? Ты знаешь, что у старых струн гармоники плохие, а еще обертона, а еще в музыкальных магазинах хорошую струну на гитару не поставят, поставят тебе десятку, а десятка это для сопляжуев и для девочек. А вот ты ставь 11, а лучше 12. И почувствуешь тогда разницу. Блядь, всему учить приходится». Пиздует молодой дрочеренок в магазин, берет там себе новые струны, приходит, ставит свежий комплект, ударяет по струнам и говорит: «О, силушка этицкая, да как же ж хорошо звучит-то инструмент теперь. Вот, подкоплю еще на один комплект через годик, и как раз будет у меня выпускной. Будем мы на балу выпускном в кабаке играть. Да как я метку в уши-то своим одноклассницам хуйну, но без сексу точно не останусь». Так вот, размышляя, предвкушает он скорые свои, значит, романтические победы. Выходят играть через год, и творится полный пиздец, ад и Содом. Потому что в зале все блюют, вокалист потом гитариста долго пиздит в гримерке, администрация клуба говорит: «Нет-нет-нет, идите нахуй, мы вашу группу ставить больше не будем». А все почему? Потому что гитарист, поменяв струны со старых на новые, играл на в жопу расстроенной гитаре весь концерт. Потому что струны новые тянутся и нихуя не строят первое время. Как ты их не вытягивай, как ни теребонькой, как ни перекручивай, все равно они должны сначала устаканиться, растянуться, притереться, усесться и как там еще, не знаю. Но первый день после того, как вы их поставили, нихуя ничего не надо делать. А лучше даже дать им недельку устояться, то есть играть всю эту неделю, растягивать их, использовать именно те приемы, которые вы будете играть на концерте. Бенды, вибрато, все-все-все вот эта хрень, она тянет струны. Новые струны какое-то время тянутся. Вы должны дать им время растянуться и устаканиться. Например, на этой гитаре стоят струны, которым, ну, что-то типа около месяца. Послушаем. Ужасные гармоники, ну вы уже слышите, обертона паршивейшие, конечно, полная жопа. Давайте поиграем что-нибудь типа такого. Ужас, ужас. Давайте включим GG. Поиграли GG, теперь возвращаемся на клин и смотрим. Все заебись, все строит. А теперь, господа, прямо при вас я буду менять струны. Погнали! Да, Василий, пока я меняю струны, пожалуйста, развлеки чем-нибудь почтенную публику. Спасибо, дружище. Итак, дорогие мои друзья, я поставил новый комплект струн. Давайте послушаем на клине. Вот, то же самое сыграем.
слышите эти гармоники, тоники, обертона. Боже мой, какая красота! Давайте поиграем теперь что-нибудь более напористое, с бендами, с вибрато, со всей хуйней, короче. О, что-то пошло не так, вам не кажется? Что-то какая-то хуйня. Давайте возьмем аккорд Е-м. Нихуя себе, да? Расстроилась. Правильно вы мне скажете, Глеб. Ну что ж, даже молодой дрочеренок знает, что струн нужно сначала подтягивать, так вот понапрягать, а потом уже они усядутся. Правильно, давайте это сделаем. Оттягиваем, понимаешь, струна. Подтягиваем вот тут. Опа. Все, вот так вот сейчас оттяну, чтобы оно прям замечательно уселось все. Вот. Тюнер включу, и пошла настройка. И вот, я опять настроил. Давайте посмотрим, как звучит аккорд. Охуенчик. Все хорошо. Давайте теперь поиграем за всю хуйню. О, опять что-то не так. Что же у нас стало с аккордом Е минор? Пиздец, господа, смотрите, все расстроилось. А давайте еще раз поиграем за всю хуйню. Хорошо Рамштайн звучит, а? А давайте послушаем ми минор. Так что вот, господа, это то, что ожидает молодого дрочеренка, который поменял струны прямо перед концертом. Я думаю, дальнейшие комментарии излишни. Теперь минутка агитации. Товарищи, подписывайтесь на мой канал, жмите теребоньку, ставьте лайки, хуяйки, комментируйте, высказывайте свои мысли. Я вас всех люблю, целую, обнимаю, и да пребудет с вами иотическая сила. Всем пока!